Сказка про лягушонка. В темном дремучем лесу, далеко от городов космических кораблей, раздался голос. Избушка, избушка, лапы, вниз к лесу задом, ко мне. Оставь мою избушку! Заорала баба-яга и высунула голову в окошко. Не смей! Тоже взяли моду. Все шастают, всю избушку туда-сюда вертят. Вот сейчас как выскочу, как выпрыгну. Эй, да ты где? Здесь я. Баба-яга близоруко прищурилась. Далеко внизу у крылечки сидел пучеглазый лягушонок. Ты что ли? Я? Помощь мне нужна, бабушка. Невесту мою украли. Помощь ему. А ты знаешь, что я только по царевнам специализируюсь? Так она и есть царевна. Ну-ка, ну-ка. Заинтересовалась баба-яга. Давай подробности. Да какие там подробности? Была у меня невеста Василиса. Любили мы друг друга, а потом налетел Иван-царевич, схватил мою сужену и умчался. Она и квакнуть не успела. Теперь не знаю, где искать. Подскажи, бабушка. Старуха хмыкнула и прикрыла рот рукой. А ведомо ли тебе, что Василиса заколдованная девица? А мне все равно, ответил лягушонок. Хоть девица, хоть волчица, хоть устрица, да будь она даже цаплей, мне никакой другой не надо. Люба она мне. А ты ей? Говорит, тоже люб. А ты поверил? Конечно поверил, я ей во всем доверяю. Ах, тяжелый случай. Покачала головой баба-яга. Еще какой тяжелый, вздохнул лягушонок. Так поможешь? Ну, помочь, оно дело не хитрое. Дорогу я тебе укажу. Придешься ко дворцу Ивана-царевича. А дальше что? А дальше убью его. Баба-яга поперхнулась. Как? Как убьешь? Это я еще не придумал, но убью точно. Нечего чужих невест воровать. Ну ладно, слушай сюда внимательно. Расскажу, как с Иваном справиться. Пойдешь отсюда на восток. Выйдешь к морю-океану. В море-океане найдешь остров Буян. На острове растет дуб. На дубе висит сундук. Здоровый такой, кованый. В сундуке сидит заяц. В зайце том утка, в утке яйцо, а в яйце... Смерть Иванова? Нет, там смерть Кощеева. Возьмешь яйцо и пойдешь с ним шантажировать Кощея. А уж он-то с Иваном как-нибудь справится. Спасибо, бабушка! Нет, что мялок, работа такая.